Всем привет, с вами Кирилл. Сегодня мы подводим итоги конкурса за прошлую неделю. А в конкурсе приняло участие 19 человек. Вот я опять смотрю, и кто-то у нас оставлял заявки раньше, чем положено. Последнее-то у нас было суббота, это 9 число. Поэтому мы учитываем только с 9 по 9. Значит, что в нашей табличке мы будем учитывать только с 9 по 20 строку. Переходим в рандом и вбиваем с 9 по 20 и нажимаем 3 раза генерейт. Так, номер 14. Обратно переходим в табличку, смотрим номер 14. Проверяем. Итак, Александр, провел, наверное, уже 5 минут, вот сижу, разбираюсь, но понять никак не могу. Условия нашего конкурса были простые, и нужно было у нас сделать репост этого видео на своей страничке в социальной сети, на своей страничке. Открывая я вашу страничку, пролистал здесь все, вплоть до 4 апреля. Ничего подобного я не нашел. Ссылочку вы оставили, ссылочка у вас имеется, но запись на стене. На стену-то я перехожу, но... конкурс-то я не вижу. Здесь сверху как раз имеется ссылочка перейти к странице. Перехожу, листаю, но чего-то похожего я здесь просто не вижу. Я уже и так искал и по словам через Ctrl-F. Ничего не нахожу. Вот так вот раз, третий конкурс. Может быть, как-то по-другому, не знаю, написали. Но у вас репоста нашего я вообще не вижу, чтобы вот оно было оформлено. Поэтому извините. Извините, давайте мы тогда будем разыгрывать далее. Еще раз нажимаем 3 раза. Раз, два и три. Номер 17. Смотрим, кто у нас под номером 17. Михаил. Сейчас у вас посмотрим. Конкурс и результаты конкурса от Кирилла имеется. Так, опубликовано у нас это 8 марта, насколько я понимаю. Да, сразу вот видно, что и запись имеется на страничке. Отлично. Давайте, наверное, посмотрим сразу, состоит ли у нас этот человек в группе ВКонтакте. Переходим в участники. Поиск по участникам. А, да, вот уже вижу. Да, все имеется. И следующая ссылка на ваш YouTube канал. Все, вижу. Так, отлично. Теперь проверяем слова. У нас было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слов. 7 слов. Смотрим, кактус имеется, апельсин имеется, капуста имеется, телега имеется, микросхемы нету. Микросхемы нет. Так, первое место все равно вы получили. Так, и кенгуру имеется, и салата нету. Вот так вот. Так, вам достается как первое место утешительный приз. Следующего разыгрываем нашего участника. Раз, два и три. Номер 11. Номер 11. Переходим и проверяем. Сергей. Конкурс уже сразу вижу. На всякий случай проверяем, состоит ли он у нас в группе. В группе имеется. Проверяем подписку. Подписка на наш канал имеется. Проверяем теперь слова. Капуста есть, апельсин есть. Кактус есть, телега, так, телега есть, микросхема есть, кенгуру есть, салат есть. Уху! Все, наш победитель получает главный приз — лазер.
А с вами, друзья-победители, я свяжусь ВКонтакте, и мы обговорим, как вы получите ваши подарочки. Ну а на этом, дорогие друзья, я заканчиваю наше сегодняшнее видео, но наши конкурсы продолжаются. Но, как всегда, условия нашего конкурса вы сможете прочитать в описании под этим видео. А если вам не безразлично участие и новые видосики, то ставим палец вверх. Кто еще не успел, подписываемся быстренько на наш канал. С вами был Кирилл, и до новых встреч. Пока-пока. Моргает, светится. Только обновил программку ВКонтакте. Тут что-то, смотрю, все у них изменилось. Хоть бы музыка осталась. Да, музычка-то осталась. Вставляем ее назад. Где-то в течение одной минутки здесь у нас на экране будет показано число. Именно это число мы должны будем с вами изменить на наше.